Белгородской области завершает работу Центральная конкурсная комиссия правительства Российской Федерации по проверке результатов подготовки и призыва граждан на военную службу. Среди посещенных районов Губкинский, Староскольский и Новоскольский, известные своими высокими показателями в патриотическом воспитании. Выводы делегации должны быть озвучены сегодня. С сегодняшнего дня торговля пивом и напитками на его основе должна производиться только с применением контрольно-кассовой техники. Таковы новые требования закона о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Корреспонденты Мира Белогорья проверили, успели ли белгородские предприниматели установить необходимое оборудование. Победой и полным комплектом медалей с чемпионата и первенства России по савату вернулись староскольские спортсмены. Армен Григорян, который занял первое место, попал в национальную сборную и сейчас начинает подготовку к европейским стартам.